Для средней школы номер 18 имя Юрия Гагарина не просто личность из книги. В школе существует пионер-дружина, названная в честь героя. Ребятам часто рассказывают о его личности и судьбе, поэтому для них он действительно легенда. В преддверии Дня космонавтики в фойе и холлах появились тематические выставки поделок и рисунков. Каждая из них – это отражение космического мира глазами юных брещан, которых манят забытые галактики и неизведанные планеты. На протяжении уже третьего года уже становится традицией этот день – стал тематическим для учебно-методического объединения учителей физики и математики. И поэтому он на протяжении всего дня посвящен именно таким космическим знаниям. Ребята и на уроках, и на переменах узнают различные моменты из жизни космоса, связывают это с физикой, с математикой. Отдельный блок тематического дня – образовательные квизы. В них приняли участие ребята среднего учебного звена и старшеклассники. Интеллектуальные игры, где важна логика, сообразительность и, конечно же, скорость мышления, действительно интересны юному поколению. Ребята живо отвечали на вопросы, причем давали точные, аргументированные объяснения. Мне, если честно, нравится математика, физика. Все это очень мне как бы манит, интересно. Просто есть энциклопедия, связанная с космосом. Вот. Иногда могу посмотреть картинки, почитать дополнительную информацию, интересные факты. Вот. Ну, в общем, мне интересно это все, космос. Интеллектуальные игры с элементами умных технологий легко, говорят учителя физики и математики 18-й школы, и предлагают учащимся 9-11 классов задачки с использованием технологий дополненной реальности, считывающими элементами и QR-кодами. Ведь это не только познавательно, но и увлекательно. А самых эрудированных и подготовленных ожидали тематические призы, организованные администрацией за инициативу и стремление к знаниям.